Вот, прибыл я в русский магаз. Молятся. Сегодня у нас что? Суббота у нас. У них просто молитва. Ну, иногда здесь есть такие... Здесь в церкви очень многие ходят, потому что это место, где можно тусить со своими. Маркет нового мира. Вот это русский магаз, здесь один из многих. Вот смотри, русские газетки лежат. Халява. Газета, кстати. Вот все новости. Ну ладно, пошел я. Добрый день. Всякие вкусняшки. Салатики.